Тем временем в Березниках принимают важные решения. Несколько часов назад на заседании думских комиссий депутаты обсудили в первом чтении проект бюджета муниципального образования на 2023 год. Народные избранники сегодня обсудили ремонт фасадов зданий центральных улиц Березняков. Также были подняты вопросы финансирования острых городских проблем, таких как снос ветхих строений в Березняках и, конечно, борьба с борщевиком, а также благоустройство территории на месте снесенных домов. Не забыли и про извечную проблемную тему дорог, в частности, ремонта межквартальных проездов. Если просто мы сейчас этим заниматься не будем, то вот была бы маленькая ямка, а потом мы все понимаем, что проезда просто не будет. И средства нужно будет потратить гораздо больше, чем бы, допустим, мы потратили хотя бы на ямочный ремонт. Подробнее о вопросах и предложениях, поднятых на заседании комиссии, мы расскажем вам в ближайших выпусках наших новостей. Всем спасибо.